Здравствуйте. Благодарю вас. Конкурс проходит у нас в этот раз уже 17-й. Он был посвящен Петру Первому. Приняло 169 епархий Русской православной церкви. А вот как раз автор этой акварели. Это на холсте масляные краски. Вот. На конкурс поступило 1982 работы, но были русские рисунки и рассказы. Очень хорошая работа, очень хорошая. Да, дети старались. У нас, как всегда, роспись по фарфору была. Это вот ребята делают эскиз. Да, замечательно. Вот как раз у нас из Саратовской митрополии ребенок, она уже не первый год, точнее, ее педагог готовит детей, уже не первый год. На нашем конкурсе Ирина Шаповалова, ее педагог. Такая скромная Ксения и такая талантливая. Молодец. Но они не первый год и учатся, я имею в виду, они готовятся, стараются. А это вот у нас, да, это у нас икона такая, вот ребенок смог создать такую икону, что и очень красивая. Молодец просто, такое письмо уже взрослое. Да. 17 лет. Конечно, вот умеет. Вот тоже у нас победитель. Это Салихардская епархия, это очень далеко от Сына, вы знаете. Вот. Работы очень интересные на самом деле были. И слава Богу, интерес к конкурсу наращивается, наоборот, а не уменьшается. Спасибо педагогам, спасибо огромное за вашу работу. Добрый день, здравствуйте. Мы сделали специальный подбор под роль, который Петр сыграл не только в строительстве государства, но и с точки зрения взаимодействия с Русской православной церковью. Я всегда начинаю вот с этого портрета. Если выбираю портрет, обратите его, да, в образ. Выписал иконописец. Писал по... А кто его известный? Рифусинский. Антимон, обратите внимание, он заполнен, наверное, в образ. Скульптура, которая находится в Санкт-Петербурге. И, в принципе, вот именно на этой работе строился вот такой иконография Петра Первого уже 20 века. И очень интересный сюжет, потому что скульптор получил заказ на создание произведений, посвященных созданию Владимирского флота. После вашего прихода мы все, знаете, такой духовный подъем надолго остается в этих стенах. Дай Бог, да. Царегородцева Мария, 12 лет, дворовые баталии, Салихардская епархия. В возрастной группе от 13 до 17 лет, Курашкина Екатерина, 16 лет, Гангут, абордаж шведского судна, Белевская епархия. В номинации «Православная икона» за первое место Иванова Христина, 17 лет. Святитель Митрофан благословляет Петра Первого, Воронежская епархия. В номинации «Роспись по фарфору» за первое место Савченко Ксения, 15 лет. Детство Петра, Саратовская епархия. В номинации «Рассказ» Голышева Лидия, 13 лет, «Хорошая примета», Санкт-Петербургская епархия.